И еще один храмовый праздник тоже завтра. На этот раз день рождения у самого большого и самого болгарского села в Приднестровье. Конечно, это Парканы. Из-за пандемии отметить традиционно широко не получится. Храмовый праздник также называется еще Днем села, а также называется еще Второй Пасхой. То есть радость великая с тем, что родилось село. И в этом селе построили храм, который назвали вот в честь архистратига Михаила. Хочется поздравить людей от себя лично, от депутатского корпуса села, от администрации села с храмовым праздником, потому что в этом году он пройдет нетрадиционно, наверное, более уютно. Каждая семья будет праздновать в своем семейном очаге. И хочется пожелать людям, чтобы просто пережили этот год, сохранили здоровье, сохранили свои семьи. Этот день в Парканах всегда начинается со службы в храме. Так будет и завтра. Люди придут, чтобы помолиться архангелу Михаилу, хранителю села. Кстати, точный возраст Паркан неизвестен. Кто-то ведет отчет со дня первого летописного упоминания о селе. Ну а большинство сельчан считают с того дня, когда сюда заселились первые болгары. Это было 214 лет назад.